Николай Федорович Романов родился 15 марта 1916 года в деревне Мартыново Тверской области в семье крестьянина. В 1937 году семья переехала в село Бобстово, где Николай Романов работал бригадиром в колхозе. В 1937 году был призван в рабоче-крестьянскую Красную армию, служил в танковых войсках на Дальнем Востоке. В 1941 году окончил курсы младших лейтенантов и получил первое офицерское звание. В боевые действия вступил в августе 1945 года в войне против японских милитаристов. Отличился в боях за город Фудзинь, подавил несколько огневых точек противника, разрушил дзот, тем самым обеспечил выход нашей артиллерии на огневые позиции. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 сентября 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с японскими империалистами, проявленную доблесть и отвагу, лейтенанту Романову Николаю Федоровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». После войны Николай Романов продолжал службу в армии. В 1949 году окончил высшую офицерскую школу и был комендантом гарнизона в Калининградской области.